помните, как после физического, очень болит, вот сюда вот пассивный гад, вот что-то нет. Сейчас не болит. Ну, сейчас нет. Сейчас хорошо. Да, Иисус, спасибо, благодарю тебя за то, что исцеляешь. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас удаляются все образования на позвоночнике. Грыжа рассасывается, протрузии уходят. Во имя Иисуса Христа, щитовидный орган исцеляется прямо сейчас. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. Прямо сейчас полностью позвоночник исцеляется. Все узлы на шее уменьшаются, щитовидный орган свободен. Дух Святой, спасибо. Аминь. Жар пошел по спине. Сразу легкость там. Что еще говорите, что вы чувствуете? Ну, какое-то освобождение, что ли, я не знаю, так легко легко стало. Как считаете, это ваше? Ноги, кажется, длинными стали. Ну, щитовидка. А щитовидка, ну, она как-то, знаете, я ее сильно не чувствую, она просто... Показатели были. Ну, сейчас легкость есть. Да. Аллилуйя, слава Богу. А как вы определяли на образование? На УЗИ? На МРТ я делала, прошлый год в Новосибирске я делала МРТ, вот мне сказали. Ага, я понял. Только МРТ определяли? Да. Когда вы делаете тяжелые вещи, то у вас начинает болеть? Да, я еще тогда сумки несу, или тяжелые, они позвонки. Так, у вас здесь что-нибудь идти? Западают, видно, западают. Значит, дома придете, проверите себя, возьмете тяжелое, походите. Завтра на вашу хорошо. Да, хорошо, главное, следующий. После тяжелой работы я очень много работаю. Я еще работаю, так как и понедельник у меня очень тяжелый день. И я вот когда прихожу домой, мне обязательно надо делать массаж, иначе я всю ночь не буду спать. У меня вот воспаляется седалищный нерв и вниз уходит. Я даже не могу ночью ворочаться. Мне муж делает массаж и... делает, ее сестра даже колет меня, это постоянно. Массаж делали, да. Молились. Ну вот вчера был понедельник, да, я думаю, я вот пришла с работы, я не могла ходить, у меня вот трясло меня все. Я потом думаю, ну идти вот надо, вот что-то тянет меня, идти мне надо, не могу, но надо идти. И вот как раз после вчерашнего я чувствую себя хорошо. Аллилуйя. Сколько времени это было? Ой, давно уже. 10 было точно, наверное, может быть. Седалищный нет, лет 5-6. Ага. Да, вот столько. 5-6. Да. 5-6. Ну, мучение, конечно, очень. Спасибо, Иисус. Да. Спасибо, Господь. Вода и слава Богу.